перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Томас, привет. Он нам, он меня. Кто в Москве вообще? Как вам пробки сегодняшние, блять? Мне так нравится. Очередной мой охуенный прямой эфир. Салют, Стасяныч, салют. Привет, братан, привет, дядь. Блядь, мне пришло голосовое сообщение, надо прослушать. Сука, это сообщение надо прослушать. Да. Сегодня просто летит Москва. Бля, он нам направо показывает, а поехали прямо, это все равно. Не, прямо поедем. Мы же в Медленг поедем, это... он на Пятницкой поставил. Марат, скажи привет, здесь 2000 человек на тебя смотрит. Привет, это, конечно, привет, блядь, не 10. Привет, шалом. Что-то я там отправлял кому-то на совместный эфир запрос, но плохая связь у пацанов. Ну вот, если что, я на Новом Арбате стою, короче. Чай. Нет, не могу отправить шапочку Люгенко. Отправьте себе сами шапочку Люгенко. Димарс, во, выйди со мной в прямой эфир. Как это сделать, блядь? Съезд, поверните направо. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Рад вас видеть, Алексей Сергеевич. Да, Дмитрий, Ассалам. Я вас тоже рад видеть. Как ваши дела? Вот такое, блядь, катаюсь. Да, Лёв. Вадимыч, привет. А мы новые треки делаем. Ну, понятно. Да, давай ты там залетай, как что, Лёв, мы тебя ждем. Куда залетай? Я, знаешь, куда я залечу уже? Ты знаешь, куда я залечу? Ну, домой, конечно. Да я же не могу. Я в больнице лежу. Я тебя понял. Привязанной кровати, блядь. Бля, ну красная шапочка — это красный колпачок, Red Cafe. Привет, Димарс, говорит. Привет, Димарс. Бля, я Сашку говорю, добро, привет, Марат, как у Марата там? А че у Марата будет-то? У Марата как все... Марат рассекает тут в Москве всю дорогу. Да. Че, Лёв, как настроение? Настроение нормально, заебали, блядь, вот это пиздец, стоять везде. Ты что, сегодня в городе всю дорогу будешь? Да. Да, я только после пробок домой. А, я тебя понял. Все, нет, ладно, нет. Давай, я пообщаюсь пока. Давай, давай. Они с рэперами. Так, что-то я, блядь, завис. Альбом, блядь, будет альбом. Скоро. Ждите, ждите. Что, там нормальный альбом получается? Вообще. Бомба будет. Ждите, скоро. Слышали? Марат не будет, короче, блядь, пиздеть вам. Мы там не сможем встать нигде в метро, вообще нигде. Не, поэтому я медленно еду, чтобы... А может, мы куда-нибудь на парковочку залезем здесь? Мы не успеем по такому, я не сейчас.
в Украину, да, хочу тоже. Не курит у меня Марат специально, потому что мало ли что, это же мой водитель, а не чей-то. Его тоже могут повезти, поссать. Да и вообще Марат не курит и не пьет, по-моему, даже ты пьешь, да? Ну, так. Иногда выпиваю. По выходным иногда выпиваю. А выходные, выходных нет. Так, курить я не курю. Все, ладно, давайте. Я даже, может, сохраню эту ерунду. Давайте, пока. Все хорошо, я смотрю, 5000 здесь как-никак почти набралось у вас. До свидания. До свидания, блядь. Да. Я давно переехал из центра, блядь. Спасибо центру за это. И этот город, который так люблю, меня тоже подзаебал конкретно. Заебал просыпаться и узнавать о себе что-то новое из новостей. Заебали ебать.